Рядом с торговым комплексом «Армада» припаркованных машин хватает, и приставам есть где развернуться. В свой очередной рейд они взяли техническую новинку – приложение «Мобильный розыск». Специалист сканирует автомобильные номера при помощи встроенной камеры в смартфоне или планшетном компьютере. Далее информация проверяется через базу данных и выясняется, имеет ли владелец авто какие-либо задолженности. В случае наличия задолженности за собственником транспортного средства, об этом оперативно узнает судебный пристав-исполнитель и, соответственно, принимает необходимые процессуальные решения в соответствии с федеральным законом. Одной из первых жертв новой программы стала вот эта очаровательная девушка. Свой долг она предпочла оплатить прямо на месте и избавилась от необходимости расставаться с автомобилем. А хозяин машины, который задолжал за оплату алиментов, так и не появился. Всего же на парковке удалось просканировать около десятка неплательщиков и ушел на это всего час. Это, конечно, существенно облегчает работу нашу. У нас на прошлой неделе в ходе подворового обхода промышленный отдел города Оренбурга выявил транспортное средство, находящееся в залоге в банке и скрываемое должником. Соответственно, транспортное средство было изъято, на него будет обращено взыскание. Приставы предупреждают, такие электронные системы будут внедрять активно и повсеместно. Так что потерять свой автомобиль должники могут в любой момент. Достаточно номерному знаку попасть в объектив камер. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время.